4 новых детских сада откроют в Люберцах до конца года. Об этом сообщает портал РИАМа в Люберцах со ссылкой на главу округа Владимира Ружицкого. 3 дошкольных учреждения введут в эксплуатацию на государственной основе. Рассчитанные эти детские сады будут на 895 мест. 2 из них откроют на улице Кирова в микрорайоне 35G, еще один в поселке Калинина. Также планируется открыть частный детский сад на 60 мест под названием «Мой мир детства» на улице Новой. Напомним, всего в настоящий момент в городском округе Люберцы 47 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают порядка 15 тысяч детей. Яна Яковлева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.